Здравствуйте! В этом видео я покажу, как зарегистрироваться в госуслугах. Видео было снято для канала NoLedge Reactor. Итак, переходим на официальный сайт госуслуги.ру и нажимаем на главной странице «Зарегистрироваться». Здесь вводим ваше имя, фамилию. Вводите мобильный телефон или электронную почту, чтобы получить код подтверждения. И нажимаете «Зарегистрироваться». Теперь необходимо ввести код подтверждения, который был отправлен на ваш номер. Продолжить. Теперь придумываем пароль. И нажимаем «Готово». Теперь проходим капчу и продолжить. Продолжить. И теперь заполняем вот эту форму. И после того, как мы ввели эти данные, мы получаем упрощенную учетную запись. Сейчас идет проверка наших данных, и она занимает от 15 минут и в крайнем случае до 5 дней. Ну, в большинстве случаев происходит минут за 10-15, не больше. И после этого вы получите стандартную учетную запись. Я прошел проверку и получил стандартную учетную запись. Чтобы получить подтвержденную учетную запись, можно найти ближайший центр обслуживания в вашем городе. Вам необходимо принести туда паспорт, СНИЛС и ваш смартфон. Также можно подтвердить учетную запись госуслуги через личный кабинет Сбербанка, Тинькоффа или Почтабанка. Всем спасибо за внимание. Если видео было полезно, поставьте лайк. До свидания.